Я скажу вам по-простому. Все работы хороши, но служить родному дому нужно, братцы, от души. Хочешь в танки, хочешь в небо или в разведку, как герой. Красивый рекламный ролик о службе в армии, кадры яркие, лица одухотворенные. Но вот о чем думают ребята, которые сегодня стоят на плацу славной 38-й бригады и которые уже совсем скоро будут направлены по месту несения службы, нам неизвестно. Волнение присутствует, но эти мальчишки готовы отдать свой долг родине. В этом уверен и командир 38-й отдельной десантной бригады, полковник Дмитрий Коршунов. Смотрю на вас и просматривается чувство волнения в ваших глазах. Не нужно переживать, поверьте мне, что каждый из нормальных мужиков стоял в таком строю, и все у вас получится. Я как командир бригады вас заверяю, что вооруженные силы направлены на то, чтобы подготовить нормального патриота и действительно бойца своей родины, который может защитить свою семью, свою страну. День призывника. Традиционное мероприятие прошло в Бресте в рамках очередного осеннего призыва на военную службу. Юношам рассказали о современной белорусской армии, в чем ее главная сила, насколько разнопрофильны войска, каковы перспективы продолжения службы и прочны предоставляемые государством социальные гарантии. День призывника позволил юношам узнать больше о службе, которая ожидает их уже совсем скоро. Этот день для молодых людей не просто день призыва. Это день становления патриотов нашей страны. Именно от вас теперь будет зависеть благополучие нашего города и нашей страны. Долг, честь и отвага – вот качество настоящих мужчин, служащих своему отечеству. Вы уйдете в новую жизнь под названием «воинская служба». Этот путь вы должны пройти, чтобы стать настоящими мужчинами. На ваши плечи ляжет высочайшая ответственность по защите Отечества. Вы принесете присягу, дадите клятву на верность Родине, белорусскому народу. Военная служба обязывает вас быть сильными, дисциплинированными, верными воинскому долгу и делу. Завершилось торжественное мероприятие вручением повесток на службу, а также экскурсии по территории и учебным кабинетам 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады.